Денег у нас 286 у меня. Ладно, идем на последнюю контрольную точку. А последняя контрольная точка — это был лабиринт. Вот здесь, по-моему. Найти бессмертного короля. Окей. Мироходец. Еще один талант. А это что такое? Уменьшает расход выносливости при быстром беге и уклонении. Фига себе. Круто. Так, и куда нам теперь? Еще и собаки какие-то. О! Справился. Завалил. Опа. Ой, нифига себе, копье кидает. Так, кто здесь? Оп, промазал. Сколько у вас здесь? Блин, патрон не осталось практически. А здесь что есть интересно? Подбираем все добро, подбираем. Так, он еще висит. Кувшин. Сейчас мы его съем. Лом. Так, ты где? О,
Отлично, у меня пули закончились. Нелегко. Блин, кровотечение у меня идет. А, на это есть бинты. Все. Так. Ящичек, тайничок, что ли? Добро какое-то все повыпадало. Мне пригодится. Вон кувшин еще. Так, а что у нас здесь интересно? Пойдем все время направо. Буду идти пока все время направо. Так, кто-то здесь есть, по-моему. Здесь я был, здесь я был. А вон там что, вот здесь вот. Ничего, понял. Сейчас наверх заглянем, посмотрим, что наверху. Да, я все время вот здесь вот буду идти пока направо.
Так, вон он, чувачок ходит. Чувачок ходит. Оба. Попал. Попал. Кузнючка. Опа. Все, умер. Мне опыт даже дали. Нелегко бы. Так. Прокачаем вот это. Тяжелая вода какая-то появилась. Понятно. Все понятно. Чувак. Эх ты, нифига себе. Что за бомба? Тайничок, тайничок. Ну, добро всякое есть. Добра. Так, вроде здесь. Чё, где? Вон там. Фиг с ним, пока. Посмотрим.
Отдыхай, песик. Добегался. Нормально, я тут всего набрал на этой локации уже. Все дальше и дальше и глубже иду. Захожу. Здесь вроде все. Да. Есть контрольная точка, отлично.
Так, а вон там чё? А вот в этот вход в здание нет, типа, что ли? Нет, на него нельзя. Вот здесь вот. Так, это на другую сторону. Мы туда пока не пойдем. Я туда пока не пойду. Я пойду вот сюда вниз. По этим, если ходишь, появляется по этим квадратикам. Кто? Где? Интересная локация, кстати, мне нравится. Необычная такая. Зараз, нифига. Нельзя достать, да? А, нельзя, ну ладно. Yeah.
Да ё-моё, попасть не могу в чай. Во. Такс. Еще добра всякое нашел. Так, надо, наверное, к контрольной точке идти. Так, наверх сейчас заглянем, посмотрим, что тут наверху. Там лежит. Интересно, сейчас возьмем. Так, возвращаемся к контрольной точке. Чего только нет, всего надо. Самое главное на эти квадратики не наступать, иначе появятся нехорошие ребятишки. Начнут со мной драку. Поэтому я не хочу с ними драться, поэтому я вхожу.
говорила о башне, появившейся в городе. Словно она всегда там была. Так странно. Я бы к ней не приближался. Кто знает, что на уме у этих сорняков. Что тебе нужно? Мне нужно прокачать. Оружие. Кованое железо закончилось. Береги себя. Сейчас мы раздобудем еще, посмотрим в одном месте. Купим кованое железо. Здесь. Тебе удалось найти башню. О, вот эта история. Она, наверное, полна тайн. Только лучше. Так, тяжелую воду купим. Вот это купим. Вот это. Береги себя. Рад тебя видеть. Ты же в курсе, что посреди города возникла башня, да? Я надеялась, это в прошлом. Я бы туда не совалась. Вдруг эта штука тут не задержится? Береги себя. Приветствую, лабиринт, сплетение миров. Все это открылось тебе. И вот ты снова в пути. Броди по мирам. Ищи. Основатель где-то там. Он ждет, хоть и сам не знает этого. Это все, что я могу тебе дать. Симулякр. Вот его не хватает. Жизнь дорогого стоит, дитя. Значит, лабиринт существует. Мой дед рассказывал о башне в городе. Называл ее дверью к другим дверям. Я думала, это все выдумки. Вдруг он где-то там. Он, чувак, подключился.